Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих глазах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту. Святой Елизавете Федоровне принадлежит особое место в русской истории. Ее прекрасный светлый образ не только кротости и грусти сокровенной, но и спокойной решительности привлекает все больше внимания наших современников. В 1884 году гессенская принцесса Элла приехала в Россию уже с высокими христианскими традициями семьи родителей. Еще ребенком она вместе со своими родными посещала регулярно больницы. Через 7 лет после свадьбы она приняла православие. Уже в 1892 году она создает благотворительное общество помощи детям бедных матерей, получившее название Елизаветинское общество. Елизавета Федоровна возглавила и дамский комитет Красного Креста. С начала русско-японской войны она организовала особый комитет помощи воинам, при котором в Большом Кремлевском дворце был создан склад пожертвований в пользу воинов. После гибели мужа в 1905 году она делает следующий шаг в делах милосердия. Она продала свои драгоценности и на вырученные деньги купила на Большой Ордынке усадьбу с 4 домами и обширным садом, где расположилась, основанная ею в 1909-м, Марфомариинская обитель милосердия, монастырь с сочетанием благотворительной и медицинской работы. Обитель быстро росла и открывала новые благотворительные заведения. По плану Елизаветы Федоровны, обитель должна была оказаться в комплексующей духовно-просветительной медицинскую помощь нуждающимся, которые часто просто давали еду и одежду, но помогали в трудоустройстве, устраивали в больнице. В обители были созданы больницы, аптека, сейчас лекарство выдавалось бесплатно, приют, бесплатная столовая и еще множество учреждений. И направление издания книг для детей – а также издание иллюстрированных книг, в изготовлении которых принимала участие Елизавета Федоровна, издание открыток. Поселившись в обители, Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь, ночами ухаживала за тяжелобольными, а днем трудилась наряду со своими сестрами, обходя беднейшие кварталы. Особая тема – деятельность Елизаветы Федоровны и ее обители во время Первой мировой войны. Она активно заботилась о помощи русской армии. После февральской революции летом 1917 года к великой княгине приехал шведский министр, который по поручению должен был уговорить ее уехать из все более неспокойной России. Тепло поблагодарив министра за заботу, великая княгиня совершенно спокойно сказала, что не может оставить свою обитель, сестер и больных, и что она решила твердо остаться в России.
В апреле 1918 года Елизавету Федоровну арестовывают, привозят в Алапаевск. Глубокой ночью 5 июля великую княгиню Елизавету Федоровну вместе с другими членами императорского дома сбросили в шахту старого рудника. Несколько месяцев спустя армия адмирала Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты.